Всем привет, с вами Стив Про. С вами покажу мод, который добавляет магические книги Minecraft Pocket Edition. Так, он появился в мире, в руках у меня гнилая плоть. Ладно, давайте выкинем, чтобы она не мешала нам ознакомиться с волшебными книгами. Так, возьмем наши 4 волшебные книги. Так, вот первая книга, как видите, она добавляет огонь. Так, дальше идет. Как видите, она делает воду. Ширину и длину на 6 блоков. Ладно, так как видите, вторая книга ломает блоки. Так, интересно, она может ли сломать бедрок? Да, она может сломать бедрок. Так, главное не выпасть. Да, вот мы не выпали. Давайте убьем коровку. Так, ой, нечаянно мы убили себя. Ладно, давайте возродимся. Так, вот мы возродились. Вот у меня есть... Вот, давайте еще посмотрим эту книгу. Так, ну эта книга ничего не делает, она воздушная. Она как бы просто для красоты, наверное. Я не знаю, может, сами разберетесь. Потом расскажете. Так, вот огонь. Давайте подожгем нашу овечку бедную. Вот все. Жареная овечка готова. Вот такой мод, как видите. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.